Согласно приказу Министерства юстиции, приговор будет переведен в исполнение немедленно. Надеюсь, вы умрете спокойно. Скажите, вы будете писать отчет о казни? Напишите, что Зорги умер со словами «Красная армия», «Коминтерн», «Коммунистическая партия Советского Союза». Я готов. Рихард Зорге родился в 1895 году в Бакинском уезде. Национальность – немец. В Германии получил ученую степень доктора государства и права. Официально аккредитован в Токио как немецкий журналист. Московский резидент в Японии. Убежденный коммунист. Оперативный псевдоним – Рамзай. Первый из советских разведчиков, которому удалось не только закрепиться в японской столице, но и создать уникальную разведгруппу, имевшую доступ к самой засекреченной информации. 3 года заключения, бесконечных допросов, провокаций, а в финале – казнь в токийской тюрьме Сугамо. Череда событий, которая привела к этой развязке, стала одной из самых ярких и противоречивых страниц мировой истории шпионажа. На проблемы со здоровьем. Он уезжает. А что с ним? Какая разница? Мартин! А, рад тебя видеть. Взаимно. Давно из Берлина? Давно. Эта скотина Шлезингер метит на его место. Если он станет послом, то мне не жить. И некоторым моим друзьям, между прочим, тоже. Это Курт, помощник секретаря посольства. А вот это вот наш самый известный. Его послом не назначат. Почему? Потому что посол должен быть человек с идеалами, преданный делу. А про Пауля все знают, что он принципиально беспринципен. Когда-то был против Гитлера, потом ветер переменился, и теперь громче всех кричит «Хайль!». Об этом уже все давно забыли.
за нашего фюрера. Дик, хай! Хай! К тому же он психопат. Две недели назад нажрался, как свинья, пристрелил ногу какому-то морячку за покером. И это дело замяли. А я напомню. И как ты это собираешься сделать? Эгин, ты недооцениваешь силу печатного слова. Для начала организуй несколько статей в газетах, которые в обязательном порядке читают в пресс-канцелярии. Ты же понимаешь, что последнее слово останется за фюрером. Ну, потом, как тебе такой заголовок? Эгген Отт – незаменимая фигура немецкой политики. Именно он должен возглавить дипломатическую миссию Рейха в стране восходящего солнца. Хочу быть всегда с тобой. Сейчас это невозможно. Скажи, а вот когда все закончится, и я вернусь на родину, ты поедешь со мной? Да. Я не верю, что такое счастье реально. А как по-японски будет «я тебя люблю»? У нас принято говорить «не люблю», а «нравишься». А звучит так. Суки даю. Суки даю. Привет, Рики. А я тебя здесь давно жду. Слушай, у меня есть один важный разговор. Пойдем выпьем пиво, здесь недалеко. Слыхал новость? Какую? Посол уходит. Ну, вернее, его уходит. Интересно. Да, Берлин гудит. Вчера звонил приятель из Рижской канцелярии. Там все. И кому же старина Дирксен так не угодил? Вот именно, что старина. Сейчас другое время, нужны более энергичные люди. Нам туда. Ты же понимаешь, посол Рейха в Японии – это очень и очень серьезно. А вот мы пришли. Рико. Я буду говорить прямо. Ты же понимаешь, на эту должность всего два кандидата – я и вот. Шансы тоже примерно равны. За мной Розенберг, за ним Риббентроп. Ульрих Фридрих Вильгельм Иоахим фон Риббентроп. Фигура. Не смеши. Знаешь, как он получил этого своего фона? Уговорил какую-то свою дальнюю родственницу, чтобы та его усыновила. Пообещал денег и не заплатил. Говорят, та даже в суд подавала. Теперь этот фон корчит из себя железного канцлера. Из-за этой своей дурацкой спеси нажил себе кучу врагов. Да, но у него есть и друг. Кто? Фюрер. Знаешь, я хочу, чтобы
Этот разговор остался строго между нами. Ты мне друг? А почему ты спрашиваешь? Сейчас Берлин начнет тщательно проверять кандидатов. Естественно, обратятся к тебе. Ты у нас специалист по Японии, известный журналист. Тебе доверяют, Рихард. А вокруг моего имени в последнее время слишком много спекуляций. Понимаешь? Из-за моего, так сказать, неуравновешенного характера. Я очень хочу, чтобы это никоим образом не отразилось на моей характеристике. Все будет так, как надо. Я в тебе не сомневался. Знаешь, ты единственный человек, которого я уважаю во всем этом крысятнике. Шлезингер откровенный карьерист. Ради того, чтобы сладко спать и вкусно есть, он мать родную продаст. Конформист, флюгер и дерьмо. Ссориться с ним очень опасно. Да, Шлезингер мерзкий тип. На него только посмотришь, и уже хочется пойти вымыть руки с мылом. Рихард, чай готов. Спасибо. Слушай, а нельзя в это вообще не ввязываться, если непонятны последствия? Нам и так хватает сложностей. Вот разведчик, герой войны. Отличные характеристики. И очень большие шансы, что Рейх выберет именно его. А поставим на Шлезингера, проиграем. У Отто нет связей. Ни в гестапо, ни в СС, ни в СД. Он солдат. А этот забудет. Через неделю мои услуги. А вот будет помнить и чувствовать себя обязанным. А связи найдутся. Рихард, поздно. Бранко. Все. Я выбор сделал. Так, что с рацией? Пойдем. Шли. Вот. Да. Я проводил пробные сеансы связи с Висбаденом. Вроде ничего. Мощности немного не хватает. Но держать ее здесь опасно. Рихард, я говорила ему об этом. Эдит, я прошу тебя, не надо вмешиваться. А если ее здесь найдут, ты подумал об этом? Эдит, мы от нее избавимся попозже. Я тебе обещаю. Тебе надо больше уделять внимание своей жене. А временами невыносимо. Бранко. Она наш товарищ. Она член группы. И она женщина, ей тяжелее, чем нам. Бранко Вукелич, югославский коммунист. В Токио работал как корреспондент французского агентства ГАВАС. Женат на датчанке Эдит. Вместе с ней входил в костяк группы Зорге. Оперативный псевдоним Жигало. Отвечал за сбор информации и работу с фотоматериалами. В качестве фотокорреспондента неоднократно выезжал в Квантунскую армию, самую мощную военную группировку японских вооруженных сил. 6 годами раньше японцы оккупировали северо-восточную часть Китая, Маньчжурию, этим самым вплотную приблизившись к границам Советского Союза. Я перебежчик. Я советский генерал. Я прошу политического убежища. Меня зовут Генрих Самойлович Люшков. Я комиссар госбезопасности. Я хочу сдаться японским властям.
Это моя вина, товарищ Сталин. Мне нужно было в Хабаровске Люшкова арестовать, а я его в Москву вызвал. Виноват, затянул. Товарищ Ездов, чем грозит нам побег Люшкова? А? Как вы думаете, какая агентура может провалиться? Манжурская агентура. Бывший генерал Семенов. Но мы успели предупредить наших китайских товарищей. Да. Люшков сдался японцам. Насколько я знаю, в Японии у нас только один агент. Рамзай. Это ваш человек, товарищ Ворошилов? Так точно, товарищ Сталин. Это лучшая группа разведки на сегодняшний день. Ей ничего не угрожает. Товарищ Сталин, Люшков о Рамзае ничего не знает. И все же, мог кто-то из известных Люшкову агентов оказаться в группе Рамзая? Товарищ Сталин, такая вероятность есть. Господин Зорге? Да. Телеграмма. Что случилось? Почему нарушаешь правила? Сегодня ночью у премьер-министра был собран военный совет. Обсуждались факты, полученные от советского перебежчика. Что за перебежчик? Я пока не знаю. Но по слухам, он предоставил весьма существенную информацию. Например, выдал агентов-нелегалов. Я видел список, довольно большой. Там почти все китайцы. Но под номером 5 числится наш радист Йосида Нориаки. Взяли? Нет, пока. Но ждать недолго, часа два. Вчера вы передали нам список агентов-нелегалов, работающих на территории Китая и Японии. Скажите, почему в этом списке одни манчжуры, китайцы, монголы, а почти нет японцев? Я смог получить доступ только к документам по агентуре материкового Китая. Если бы я стал запрашивать списки на японскую сеть, это вызвало бы подозрение. В последнее время за мной следили, мне не доверяли. Скажите, господин Люшков, вы знали лично указанного вами агента? Нет. Вы его арестовали? За ним уже выехали.
Собирайся. Собирайся скорее. В чем дело? Тебя сдали. Шевелись. Полиция! Назад! Живее! Откуда? Вон тот дом. Быстро уходим. Скорее, Нориаки! Быстро за ними! Прыгай! Вон они! Уезжайте быстрее! Я их задержу! Стой! Вон он! Держи его! Господин лейтенант, вас. Слушаю. Слушаюсь. Закрыть шлагбаум. Полная проверка документов. Задерживать всех подозрительных и всех мотоциклистов. Эй, кто тут главный? Начальник следственной группы, майор Осаки. Удалось что-нибудь найти? Рацию, сильно обгоревшую. Быстро работают коммунисты. Успели предупредить. Осмелись возразить, господин. Считаю, что информацию получили местные резиденты. Советы тут ни при чем. Да что ты говоришь? Откуда такая уверенность? Рация была упакована. Ну и что? Если бы радисты предупреждали хозяева, то сообщение передали бы по рации. И он перед тем, как сбежать, не стал бы ее упаковывать. Много ты понимаешь. Думаешь, у них одна рация? И вообще, откуда ты такой умный взялся? Третий экспедиционный корпус Мацуи, военная разведка. Покажи, как они убежали. Прошу вас. Пора. Рану я обработал, кровь остановил. Все будет в порядке. В Симода тебя встретит врач. До отправки в Шанхай подлечит. Накамото Ямаути, кто это? Теперь это ты, привыкай. Пора. Да. Токио взят в тройное кольцо. Если поедете сейчас, да еще на мотоцикле, точно проверят документы. Тагаки велел передать, чтобы вы здесь переночевали. Нет, я поеду первым. Не волнуйся, проскочу, у меня удостоверение пресса. Имура, а у рыбака рыба есть? Да, есть, но только потрошенная. Сойдет. Ни окурков, ни следов масла на месте стоянки мотоцикла не обнаружено. Отпечатки протекторов без особенностей. Свидетелей нет.
Твои действия? На всех постах при выезде из зацепленной зоны ведется проверка документов. Когда появится информация? Утром будет доложено. Утром? Медленно работаешь, майор. Болтать у тебя получается лучше. Эй, стой! Выключай. Пожалуйста. Откуда едем? С побережья. С моря? Что вы там делали? Рыбачил. Рыба есть? Да есть немного. Что это? Да еще такого сургана поймал. В руках не удержал, пришлось брюхо вспороть. Вонь ужасная. Хочешь понюхать? Нет, нет. Вот, возьмите. Можете ехать? Извините. Спасибо. Пропустить его. Открывай. Патриция сказала, вы меня искали? Да. Ну что? Все прекрасно. Статьи уже в газетах в наборе. Отчеты только что отдал Патриции для передачи их в министерство. Спасибо, друг. Я позвонил Риббентропу, он уже доложил обо мне фюреру. У меня есть шанс. Я в этом не сомневаюсь. Говорят, у японцев появился какой-то ценный перебежчик. Советский генерал. И что, уже интервью дает? Сегодня у него встреча с корреспондентом Йомиури Синбун. Хочу быть вторым. Конечно. Я все устрою. Спасибо. В ноябре 1933 года, когда Германия вслед за Японией вышла из Лиги наций, я понял, что наши великие державы будут союзниками. Мы будем управлять Востоком, а ты – Западом. У нас общие интересы, господин полковник, и общие взгляды на новый миропорядок. Нам нечего скрывать от своих добрых друзей. Господин Зорге, прошу прощения за небольшие неудобства, которые могут у вас возникнуть. Что вы, я прекрасно все понимаю. Вы можете спрашивать пленного о чем угодно. Я
Я благодарю вас. Я знаю, что вы собираетесь опубликовать в газете свою статью. Согласно нашим правилам, мы должны утвердить ее текст. Конечно, меня предупредили. А, кстати, Люшков, он говорит по-немецки? Да, и неплохо говорит. В 30-м году он жил в Германии и занимался промышленным шпионажем. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас. Господин майор, мы составили список и нашли фотографии тех, кто в нем фигурирует. Посмотрите, пожалуйста. Это люди, которые в тот день въезжали в Токио на мотоциклах и вызвали подозрение. Здесь Акира Мацумото, торговец рыбой. Он приехал в Токио с женой и другом. Это немецкий журналист Рихард Зорге. Немецкий журналист? Да. Полицейскому он показался подозрительным. Почему? Он не уточнил. Откуда у вас фотографии? Взял из досье. Мы следим за каждым иностранцем. И еще интересный факт. Его опознал сосед Нарияки. Он как-то в Токио видел Нарияки в обществе европейцев. Это он и есть. Потом, правда, сосед заявил, что ошибся. Нарияки и этот человек якобы просто стояли рядом. Они не были знакомы. Просто стояли в очереди в газетный киоск. Потом Зорге ушел. Сосед заметил, что тот хромал. Он вроде бы ничего не сказал своему другу. А если он ничего не сказал, то мы ничего и не знаем. Господин майор, этого немца вы останавливали? Да. Почему он вызвал подозрение? Он сказал, что ездил на рыбалку. Однако был одет в костюм, и снастей у него при себе не имелось. Но он предъявил удостоверение немецкой газеты. Я не мог его задерживать? Я сделал что-то не так? Нет. Все верно, можете идти. Господин майор, у него рука в куртке был испачкан кровью. Кровью? Да, он сказал, что кровь рыбы жутко вонючая. Ты что, нюхал? Нет. Болван! Так точно. Обязательно. Обязательно напишите в своей газете, что фюрер и немецкий народ не должны верить Сталину. Он одержим идеей мировой революции. И непременно, слушайте, он непременно нападет на Германию, как только почувствует в себе силу. Спасибо за предупреждение, мы это учтем. Ну вот ответьте мне на один вопрос. Как вы, коммунист, генерал, смогли предать свою родину и бежать? А вы не понимаете, что там творится? Террор, расстрелы не щадят никого, ни женщин, ни детей. Идут чистки. Сталин маньяк. Уничтожив одних, он тут же принимается уничтожать тех, кто пришел на их место. Уточните, пожалуйста. Пожалуйста. Казнено все руководство первого наркомата внутренних дел. Ягода, Прокофьев, Агранов, Буланов, Лурье. Всех не перечислишь. Весь руководящий аппарат. Мне тоже пришла телеграмма явиться в Москву якобы на повышение. Но я понял.
А армию коснулись репрессии? Конечно. Сталин сам уничтожает свою армию. Весь офицерский состав сидит в лагерях или гниет в могилах. Армейскую разведку. А чем она хуже? Естественно, поголовно. И фамилии назвать может? Могу. Но они вам ничего не скажут. Простите, но я журналист. Привык оперировать фактами. Урицкий, Берзин, Ян Карлович. Слышали? Нет. Ян Карлович, поймите, у меня две родины. Германия и Советский Союз. Я коммунист, но я немец. Я люблю Германию, там сейчас очень тяжело. Фашисты наглеют, убивают моих товарищей. Создают отряды СС. Думаешь, у нас тишь да гладь? То, что бурлит вокруг нашей страны, напрямую связано с нашим будущим. И мы должны быть каждую минуту, каждую секунду начеку. Господин журналист. Господин журналист, вы меня слышите? Простите, что вы говорите? Я говорю, что, видимо, они были плохие разведчики, если не могли просчитать свой арест. Вот я знал, что меня арестуют, поэтому сбежал. Я жив, а они вряд ли. То есть ты хочешь сказать, что тебе удалось обмануть самого Сталина? А может быть, ты и фюрера хочешь обмануть? При чем тут фюрер? Я этого не говорил. То есть ты считаешь, что фюрер глупец? Нет, я так не считаю. Ну что? Ну... Ты кого глупцом назвал? Я кого глупцом назвал? Помогите! Вы что делаете? Это большевистская свинья! Звала фюрера глупцом! Господин журналист, вы видимо, не так... Вы не так поняли мои слова. Я этого не говорил. Я добьюсь, чтобы тебя расстреляли. Мразь. Мы переходим к политике завоевания новых земель в Европе. И если уж желать новых территорий в Европе, то в общем и целом это может быть достигнуто только за счет России. К этому созрели все предпосылки. Мы не имеем права терять время, мы себе не простим. Что вас огорчило? Скажите, Ика-сан. Да нет, все хорошо. Просто вспомнил старого приятеля. Товарищ Сталин, Рамзай требует личной встречи с Берзиным, иначе он грозит свернуть деятельность группы. Ну зачем это ему? Ну, они были большими друзьями. Берзина арестовали еще в прошлом году, а приговора я не видел. Он жив? Высшая мера. Враг народа. Совсем недавно. Рамзай очень ценный агент. Лаврентий, ты ж понимаешь, что в Японии очень сложно организовать резидентуру и создать группу. Климент Ефремович, давайте успокойте Рамзая. Давайте вызовем его в Москву.
Пусть отдохнет. Развеется. Рихард, может, не стоит выяснять отношения с Москвой? Это может быть опасно. Может быть, лучше подождать? Тем более Люшков предатель. Он мог наплести все, что угодно. Вот это я и хочу выяснить. Именно сейчас. Пошли. Да, Бранко, и после сеанса от этой рации нужно избавиться. Спрошу товарища Сталина прямо. Посмотрим, что он нам ответит. Ика, ты говоришь загадками. Объясни. Я попрошу прислать нам Макса Клаузена. Моего старого товарища. Мы с ним начинали еще в Китае в 31-м. И при чем же тут Сталин? Ну, если нам дадут добра на Клаузена, значит, у них все в порядке, из-под земли достанут. А если откажут, значит, товарищ Сталин, есть веские причины. Готов? Давай начинаем. Господин Отт велел срочно вас найти. А что-то случилось, Петь? Видимо, да. Ну что ж, пойдемте. А, разрешите? А что происходит? Почему? Потрясся так загадочно улыбается. Фюрер приказал меня отстранить от активной военной службы в армии в связи с предполагаемым использованием на дипломатической работе. Фюрер намерен назначить меня послом Германского рейха в Токио. Ну, тогда разрешите вас поздравить, господин главный посол Германского рейха в Токио. Перестань. Ты знаешь, это может показаться странным, но я бы на твоем месте отказался бы от этого предложения. Это почему? Ну, только потому, что многие послы теряют человеческие качества. А я не хочу потерять хорошего товарища. Мы останемся добрыми друзьями. Ну, если останемся добрыми друзьями, тогда хорошо. Соглашайся. Рамзай отказывается возвращаться в Москву ввиду занятости. Мало того, из-за утраты радиста он настоятельно просит переслать ему в качестве радиста Макса Клаузена, с которым он работал еще в Шанхае в начале 30-х, а также его жену Анну Клаузен в качестве курьера. Настоятельно? Так он и пишет. Настоятельно прошу, иначе не смогу выполнять поставленные задачи. Ну, хорошо. Ну что ж, если товарищ Рамзай просит, надо удовлетворить его просьбу. Лаврентий Павлович, ты разыщи этого радиста. Он хочет нас напугать, но нас напугать невозможно. Найдите товарища Клаузена. Слушаюсь, товарищ Сталин. Так и живем. Анна, у нас гости. Здравствуйте. Здравствуй, хозяюшка.
Накрой на стол. Иди. Иди, иди. Ой. Грузи, что ли? Свои. Ох, хозяюшка, спасибо. Очень вкусно. Давно не ел домашней еды. Все ж по командировкам. Может, добавки? Не. Благодарю. Хорошего помаленьку. А у нас к вам пустяшная просьба, товарищ Клаузен. Не могли бы вы нам подписать одну открытку? Открытку написать — дело не хитрое. Ну вот хорошо. Тогда пишите. Дорогой Рамзай, счастлив узнать, что нам опять предстоит совместная работа. До скорой встречи в Токио. Фриц. Мы действительно поедем в Токио? А это зависит только от вас, товарищ Клаузен. Связной здесь. А толку? К нему не подойти. Четыре агента. Значит, будем рисковать. Держите вора, скорее! Держите, он сумку украл. Да, это почерк Макса. Так, рация старая, тяжелая, транспортировке она не подлежит, поэтому выходим небольшими эфирами через большие промежутки времени. Когда следующий эфир? Через 3 дня. Хорошо. Сначала сообщим, что группа возобновляет работу. Проводи меня.
Весной 1938 года над миром нависла тень грядущей катастрофы. В ночь на 12 марта немецкие войска, не встретив сопротивления, пересекают австрийскую границу. Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни, сказал Адольф Гитлер. Теперь, после присоединения Австрии к Третьему Рейху, у фюрера появился плацдарм для броска на восток. События принимают необратимый характер. А на другом конце земного шара, здесь, в Японии, уже разработан план вторжения в Советский Союз. Для Гитлера жизненно необходимо добиться согласованных действий с японцами. В этой ситуации фигура немецкого посла в Токио получает особое значение. Соратники, я счастлив вернуться в Японию, чтобы вместе с вами снова работать, не жалея сил, во имя моего народа, его возрождения и во имя моей Германии. Как национал-социалист и просто как немецкий солдат, я вступаю в эту борьбу с недрогнувшим сердцем. Теперь все изменится. Под моим руководством мы будем работать в 2 раза больше. Я сам буду подавать вам в этом пример. От нас не требуется больше жертв, чем те жертвы, которые принесли для нас предыдущие поколения. Мы должны сплотиться, как и весь германский народ. Когда мы едины, мы не победим. Сегодня вечером состоится прием по случаю назначения нового посла. Ну а теперь мы с вами должны работать. Хайль Гитлер! Я терпелив. Рано или поздно этот тупой солдафон ошибется. Да, но этот солдафон только что очень лихо цитировал фюрера. Да-да. Очень правильные и своевременные слова. Безусловно. Вернемся на прием. Таким образом, по мнению наших обозревателей, лучшим кандидатом на должность посла Германии в Японии является Эйгенот. И это мнение, как нам известно, разделяют в Берлине. Кто ему помог? Ну, послушай, в 10 газетах из этого идиота сделали просто героя Германии. Я хочу знать имя человека, который написал эту статью. Сейчас. Отто Ленц. Отто Ленц из Фолькишер Биобахтер. Буду тебе отдельно благодарен. Спасибо. Так что вы говорите, господин майор? Во время Первой мировой войны бои случались на всех океанах, но все же основные сражения проходили на полях матушки Европы. Я думаю, если случится еще одна мировая война, будет то же самое. Если господин майор надеется отсидеться в Японии, то на этот раз у него вряд ли это получится. В этот раз Япония в здании не останется, уверяю вас. Прошу прощения за опоздание, господа. У меня был разговор с рейхсминистром.
Я рад вас видеть и желаю вам приятного вечера. Господа, позвольте мне первому поднять этот бокал. Я хочу выпить за здоровье нашего рейхсканцлера. За его прозорливость. В условиях тяжелейшей политической обстановки, когда Германия все еще вынуждена терпеть позорный диктат Версальского мира, наш фюрер принимает мудрое решение и назначает на передовую дипломатического фронта достойнейшего из нас генерал-майора Отто. За нашего нового посла, за фюрера. Хай Гитлер! Ты прав, Пауль, мы всего лишь солдаты своего полководца. Да, похоже, он сильно испугался. Молчу. Не важно. Дамы и господа, я хочу сделать сообщение. Сегодня в качестве посла я сделал свое первое официальное назначение и назначил своим первым помощником Рихарда Зорге. Прошу любить и жаловать. Рихард, подойди, пожалуйста, сюда со своей очаровательной спутницей. Я хочу, чтобы вы стояли рядом. Поздравляю. Ну, ничего себе, это ожидаемый ход. Хочу признаться, я был поражен. Просто поражен тем, что сейчас увидел Германия. Это абсолютно другая страна, чем 2 года тому назад. Вся нация готова к войне. Военное министерство упразднено, руководство всеми вооруженными силами взял на себя наш вождь, он теперь верховный главнокомандующий. Ну и у нас с тобой стоит задачка. Признаюсь тебе, я получил личное задание Риббентропа. Мы должны сделать с тобой все возможное и невозможное, чтобы Япония стала нашим абсолютным, самым преданным союзником. Япония? В таком великом начинании, господин посол? Как говорил мой дед, нет шнапса, пойдет и пиво. Пойдем, покажу тебе твой кабинет. Вот список подозрительных лиц, которые в день побега выезжали из Токио на мотоциклах. И что вы собираетесь сделать? Там указано допросить и потом установить слежку. Зорге? Журналист? Так точно. Вычеркни. Разрешите узнать, почему? Потому что за него просили. Он известный журналист и важная персона. Даже для Берлина. Я думать не хочу, какой начнется скандал, если мы вызовем его на допрос. Потому что какому-то тупому полицейскому что-то там показалось. Это понятно? Так точно. Дружище, ты куда пропал? У меня есть для тебя новость, которая потянет на полноценный ужин со шнапсом, причем за твой счет. Опять что-то о дислокации русских войск, у тебя же другого не бывает. Я уже об этом писал, Берлин это уже не интересует. Нет, новость совсем другая. По сведениям японской разведки, в случае возникновения пограничного конфликта близ озера Хасан у высоты Чанкунфын. Язык сломаешь. Так вот, есть сведения, что русским совершенно нечем оборонять эту высоту, и в случае нападения японцев они, скорее всего, отступят без боя. Ну как тебе это? Во-первых, это уже не новость. Высота Чанкунфу находится на побережье у Владивостока. Японцы давно на нее целятся.
По-моему, сегодня туда уже послана группа геодезистов, у которых есть приказ сделать свою работу как можно скорее. Откуда знаешь? Знаю. Но мне кажется, что японцы блефуют. Так что, извини, твоя новость на полноценный ужин со шнапсом не тянет. Да? Да. А то, что японское правительство наотрез отказалось вести переговоры с Советским Союзом о подписании пакта о ненападении, это тоже, по-твоему, ничего не значит? Ну, вот это уже интересно. Откуда информация? Их. Их. Ну, все, все, выиграл. С меня полноценный ужин со шнапсом. Я твой должник. Рихард, ты не сказал, когда ужин? Вечером, мой друг. Вечером. На советско-маньчжурской границе уже не первый год неспокойно. Японские военные проникают на территорию Советского Союза, ведут съемку местности, подключаются к линиям связи, устраивают перестрелки на пограничных заставах. В это время стратегическое сырье поступает в Квантунскую армию из США и Великобритании. Западные державы, стремясь обезопасить себя от возможной агрессии со стороны Японии, подталкивают ее к войне с Советами. Ситуация обостряется до предела в июне 1938 года. Токио выдвигает Москве требования передать Маньчжурии западный берег озера Хасан. Крупные военные столкновения на Дальнем Востоке становятся неизбежным. Хасан, говорит, товарищ Рамзай. Так точно, товарищ Сталин. И по косвенным фактам есть основания доверять этому донесению. А нам нужны прямые факты, товарищ Ворошилов. Тем более, что из других источников есть другая информация. Возможно, японцы решили устроить провокацию. Японцы хотят, чтобы мы сосредоточились в районе Хасана, а сами нападут в другом месте. Пусть товарищ Рамзай поспешит с передачей точных данных и документов. Нельзя ему доверять полностью на слово. Но, тем не менее, товарищ Ворошилов, нужно в любую минуту быть готовым достойно принять наших гостей на озере Хасан тоже. Слушаюсь, товарищ Сталин. Отправили товарищу Рамзаю радиста? Приготовили. На днях отправим. Угу. Так точно, товарищ Сталин. Надеюсь, мы можем полностью ему доверять. Можем, товарищ Сталин. Анна Матвеевна? Да. Садитесь, пожалуйста, в машину. Что вы
случилось? Не волнуйтесь, все так. Просто с вами хотят побеседовать. Судьба твоей жены, твоя судьба сейчас в твоих руках. Что я должен делать? Встретиться с Зорге, получить от него контакты, ну а затем устранить его. Рихард, дорогой, ты мне очень нужен. Я весь в твоем распоряжении. Зайди к Патрисе, там тебя ждут документы. Подумай, почитай. Мне нужно понять, что за всем этим стоит. Я так понимаю, что речь идет о военном сотрудничестве Японии и Германии? Что ты на это скажешь? То, что я раньше говорил. Это авантюра. Берлин недооценивает силы русских и переоценивает военный потенциал Японии. Я же не скажу об этом министру. Я же это тебе говорю, а не министру. Я тебя очень прошу, поработай с документами. Патриция тебе все даст. Я слушаюсь, мой генерал. Да, вечером мы с женой ждем тебя с Ханако у себя. А что? Жена приехала? О-о-о. Прощай, наша холостяцкая жизнь. Да, но мы же найдем способ иногда ее возвращать. О чем ты думаешь? Сама не знаю. Боюсь, что с вами что-то случится. На душе неспокойно. Да. Это не исключено. Красиво. Ничего. А что за праздник? Праздник цветов. Танабатаё. Интересный обычай. Глупый средневековый обычай только. Ну зачем ты говоришь? По-моему, очень красиво. Шума много. Мне стукнуло 18. Пришел свататься сосед. Он работал машинистом поезда. Хороший парень. Все его уважали. Но мне все равно пришлось ему отказать. А почему? А потому что уже в то время я знала, что встречу особенного мужчину. Я долго тебя ждала.
Я хочу от тебя ребенка. Что-то тут не нравится. Уйдем отсюда. Успокойся. Мы здесь долго не задержимся. Отошли. Добрый вечер. Рихард. Господин посол. Ханако. Добрый вечер. Хочу познакомить тебя с важными военными. Среди них генерал Дейхара. Местные называют его дальневосточным Лоуренсом Аравийским. Крупнейший японский разведчик. Добрый вечер. Генерал Хонзю. Очень рад, я тоже. Командующий Квантунской армией генерал Тользю. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Генерал Дейхаро. Очень приятно. Здравствуйте. Я читал ваши статьи, это очень интересно. Благодарю вас. На каком языке будем разговаривать? На монгольском. Сабайну верится. Да что, я пошутил. Я в курсе, что вы говорите на 12 языках. Господин Дейхаро, большой друг Германии. У нашего министра господина Риббентропа родилась прекрасная идея заключить оборонительный союз с Японией для защиты от России. Лет через 10 Советы наберут такую мощь, что мы не сможем им противостоять. А нам очень важно контролировать ее природные ресурсы. Что вы об этом думаете, Зорге? Простите, но я не специалист в России. Жаль. Господин посол, господин генерал. Рихард, мне надо тебе на пару слов. Я прошу прощения, господа. Послушай, у нас в редакции ходят слухи, что фюрер в обход японцев хочет подписать с советами какой-то договор. Ты что-нибудь знаешь об этом? Нет, не знаю. А что за слухи? Издеваешься. Это я у тебя хотел узнать. Но я не слышал. Ладно. Пойду узнаю у Клауса. Держи меня в курсе. Угу. Рихард, пойдем, я тебя познакомлю с моей Гельмой. Гельма. Простите. Прости. Познакомься. Мой друг Рихард Зорге. Здравствуйте, Рихард. Здравствуйте, Фрагот. Меня завтра отправляют на фронт. Как на фронт? Как на фронт? Ты же еле ходишь. Да. Рейхсфюреру нужны солдаты. Да не переживай, меня на передовую точно не отправят. Буду где-нибудь там. В штабе писарем сидеть. Там, глядишь, война закончится. Закончится. Не закончится. Я просто люблю тебя, не хочу, чтобы ты уезжал. Эйген много рассказывал о своем друге Рихарде. Я счастлив с вами познакомиться, фрау Отто. Прости, Рихард, я познакомлю тебя с супругой премьер-министра. Ты должна с ней подружиться.
Почему вы ушли так надолго? Меня утащили болтливые дамы. Я вернулась и не нашла вас. Пошли. Извините. Что ты здесь делаешь? Зачем ты сюда вошла? Иди сюда. Никогда не трогай. Почему ты сюда вошла? Принесла вам чай. Дверь была открыта. Извините. Ты же знаешь, я не люблю, когда кто-то входит в мой кабинет. Это кто на фотографии? Это женщина. Это жена посла. Ты что, ревнуешь? Да. Ревную, конечно. Это было очень давно. В другой жизни. Ельман! Ты представляешь? Последнюю секунду освободили от службы. Признали инвалидом. Вот заключение. Ничего не понимаю. Доктор Мельцер. Как говоришь, твою врачиху звали? Клорачиху. Слушай, да здесь почерк мужской. Вообще, какая разница? Главное, что мы с тобой теперь вместе. Что? Герой войны? Унтер-офицер Зорги? Чем намерены заниматься в мирной жизни? Поступлю в университет. Как красиво у вас получается. Прекрасный пейзаж. Спасибо. Вы мне льстите. Но, признаюсь, мне это приятно. Итоку Мияги. Японский художник, коммунист. Имел широкие связи среди высокопоставленных японских военных и получал от них информацию стратегического характера. Оперативный псевдоним – Джо. Похоже, есть план выявить боеспособность советских войск на Дальнем Востоке. А конкретно? Слышу от разных источников, что планируется провокация. А еще вероятнее, что и настоящее полномасштабное наступление. Где? В районе внутренней Монголии.
Полковник Танака назначен командующим артиллерией 15-й пехотной дивизии, которую подтягивают к границе. Я даже не успел закончить его портрет. Так срочно его вызвали. Говорит, что там будет очень жарко. По его словам, японцы очень рассчитывают на английскую и американскую помощь в случае, если конфликт разрастется в войну. Да, все сходится. Они затевают какую-то провокацию на Хасане. Об этом сегодня говорили, как о вопросе решенном. И у нас всего неделя, чтобы об этом узнали в центре и успели что-то предпринять. Отлично. Документы и фотографии передаем курьерам через Шанхай, а срочную информацию по рации. Отсюда передавать нельзя. Надо расконсервировать голландца. Спасибо, Рихард. Хоть кто-то заботится обо мне и о поле. Эдит, какого черта? Хотя, конечно, я понимаю, что ты беспокоишься о безопасности группы. Но ты тоже член группы. Значит, я беспокоюсь о тебе. И о вашем сыне. Прости, Рихард. Я просто устала. Я боюсь, что в какой-то момент у меня просто не выдержат нервы. Что будет с нашим мальчиком, если с нами что-то случится? Ну? Я не понимаю, я не сплю ночами. Медит, мы сами выбрали этот путь. Обратной дороги нет. Хозяин дома, который снимал радист, подписал разрешение на ремонт. Поэтому улики пришлось привезти сюда. А это зачем? Мы думали, что, может быть, не нужно. Выбрось. Я сказал подозрительные и необычные вещи. Что в этом подозрительного и необычного? Или в этом? И в этом. Подожди, что ты делаешь? Собери все и разложи по порядку, как было. Это просто газеты. Там нет ни слова от руки. Для чего они? Твое дело приказ выполнять, а не рассуждать. Так точно. Не знаю, что происходит. Не знаю, не понимаю. Дайте мне время. Хорошо. Ну хорошо. Что ж такое? Будешь ты работать или нет? Есть сигнал? Нет. Не работает. Что-то случилось? Я не понимаю. Не понимаю. Сейчас. Одну секунду. Сейчас. Я не обманываю.
Черт, что с ней случилось? Ну что, он сказал, что не работает рация. Думаю, что врет. Надо срочно переправлять его в Шанхай и сдавать нашему резиденту. Такой, как он, нам здесь не нужен. Такаги. Но не убивать. Понял. Я здесь! Я вернулась. Ты знаешь, сейчас Поль постоянно спрашивал про тебя. Говорил, когда папа... Рихард. У нас не было другого выхода. У меня очень важная информация. Настолько важная, что можно рисковать нашими жизнями? Если мы сейчас не передадим, погибнут тысячи. Ну, конечно. Что такое жизнь моего маленького сына по сравнению с тысячами? А ты знаешь, Рихард, почему наш сын не живет с нами? Потому что я боюсь приводить его сюда. Я тебе обещаю, это последний раз. Просто становится истеричкой. Она просто мать. И я ее понимаю. Тебе советую тоже ее понять. Начинай. Разойдитесь. Всем отойти. Причина смерти? Яд. Яд на наконечнике шибу. Шибу? Это что такое? Холодное оружие. В прошлом его использовали ниндзя. Ниндзя? Да.
Покажи мне его документы. Откройте, полиция. Откройте дверь. Полиция. Ломайте. Мне пришлось его убрать. Он запаниковал. Не было выхода. Если бы его взяли, он мог всех выдать. Вещи совсем новые. Наверное, собирался вернуться. Или убегал в большой спешке. Это что такое? Паяльник? Да. Еще канифоль и олово. Что это за провод? Я поднимался наверх. Там один провод для антенны, второй электрический. Похоже, он был радиолюбителем. Там все осмотрел? Да, господин лейтенант. Отпечатки пальцев везде стерты. Продолжайте. Проводите обыск так же тщательно. Я из полиции. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу вашего соседа. Мы не знакомы. Ваши окна выходят в его двор. Вы должны были что-нибудь заметить. Что вы можете о нем сказать? Вел он себя прилично, здоровался. Он был каким-то замкнутым. К нему вообще никто не ходил? Никто. Правда, несколько раз приезжал какой-то мужчина на мотоцикле. На мотоцикле? Можете его описать? Лет 40. Европеец. Высокий. Да я не особо приглядывалась. А пару дней назад наведывались трое. Один такой низкорослый, неприятный. Опасный. Как выглядел тот иностранец? Точно не скажу. Не знаю. Они все одинаковые. Не этого ли человека вы видели? Может, и он. Он был в очках для мотоциклистов. Не знаю, чем еще помочь. Мне больше нечего сказать. Я пойду, а то холодно. Ну что же, спасибо вам. Хромал. Он хромал, как и вы. Точно так же. Большое спасибо. Вечером 29 июля японцы неожиданно перешли границу в районе озера Хасан. Части 1-й краснознаменной приморской армии получили приказ отбросить японцев за пределы нашей государственной границы. 6 августа, 20 часов. Приказ выполнен. Агрессоры выброшены за пределы нашей страны. Думаю, поражение на Хасане будет большим уроком для японских милитаристов. Так точно, товарищ Сталин. Я думаю, что группа Рамзая неплохо поработала. Может, представим их правительственной награде? Я думаю, все мы работаем на одну цель, товарищ Ворошилов. Каждый на своем месте.
И не надо приписывать наши победы одному человеку. У вас все? Так точно. Можете быть свободным. Есть. Товарищ Сталин. Да, Клим. А вы помните, Зорге просил прислать ему радиста Макса Клаузена вместе с женой? Он не просил, он требовал. Товарищ Берия, ваши люди допустили самоуправство. Они взяли и арестовали жену Макса Клаузена. И резидент в Хельсинки прибыл один. Угу. Мы, конечно, знаем, что она жена бывшего финского офицера. Но мы ведь ее 100 раз проверяли. И Зорге настаивал, чтобы они с Максом прибыли вместе. У вас недостоверная информация, товарищ Ворошилов. Анна сама отказалась ехать. Вот ее заявление. А этот Клаузен уже встретился с Рамзаем? Он на пути в Японию. Ну вот и прекрасно. Да все будет хорошо. Когда строишься, тебя найдет наш человек. Как я его узнаю? Он передаст привет от жены. Просто передаст. Пароль будет «Привет от Анны с острова Ява». А отзыв будет таким. На острове Ява отличный табак. Курите? Нет, не курю. Вредно. Пароль запомнил? Да. Устранишь Рамзая, отправим тебе жену. Осень 38-го. Отступает Великая депрессия. Жители Европы с надеждой смотрят в будущее. В клубах играет джаз. На центральных улицах пахнет кофе и свежими булочками. Хрустят страницы свежих газет и журналов. По версии журнала «Тайм», человеком года назван Адольф Гитлер. Для фюрера это год политического триумфа. В октябре Германия присоединяет высокоразвитый промышленный регион Чехии – Судетскую область. Правительства Франции и Великобритании не возражают. Они надеются, что теперь аппетиты Гитлера будут удовлетворены. Единственная страна, которая выступает против раздела Чехословакии – Советский Союз. Но западные державы не принимают в расчет мнение Кремля. Правительство Польши заявляет, если Сталин вмешается в конфликт на стороне чехов, польские военные будут сбивать советские самолеты.
господин капитан. А? Это было приятное путешествие. Благодарю вас. А мне приятно, что вы остались довольны. Буду рад встретиться еще. А. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Всего доброго. Хорошо. Все вам вкусно? Тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. А где хозяин? Я смотрю, ты никуда не спешишь. Спасибо. О, здравствуйте, Зорги-сан. Что, все готово? Да, господин, все готово для вас. Это будет лучший стол. Я заказал самое лучшее шампанское. И у меня к вам большая просьба. Купите, пожалуйста, большой букет цветов. Хорошо. До вечера. Спасибо. Аригато. Аригато. Видите, здесь довольно светло. Двери выходят на оживленную улицу, там можно повесить рекламу. Здесь вы установите сейф, есть прилавок, касса. В общем-то, все готово. Понятно. А электричество тут есть? Да, конечно, посмотрим. Нет, нет, я покупаю это помещение. Можем проехать в банк. Отлично. Простите, а для чего вы покупаете данное помещение? Под цветокопировальную мастерскую. Значит, так вы работаете? Неудивительно, что дела не раскрываются. Извините, господин майор не спал всю ночь. Молчать! Докладывайте. Опрос соседей Нарияки ничего не дал. Кроме одного, человек по фамилии Сибато. Сосед Нарияки видел того в городе в обществе Зорги. Они разговаривали? Нет. Но это не может быть случайным совпадением. Почему? Что они делали? Выпивали? Обедали или играли в гольф? Нет, стояли у газетного киоска. Но это еще не все. Недавно в морском порту Токио был убит некий голландец по фамилии Диркс. При обыске в его квартире были обнаружены детали радиоприемника, а соседка в разговоре упомянула, что незадолго до убийства к нему приезжал мотоциклист. Европеец. По приметам он похож на Зорги. Она его опознала по фотографии? Не опознала, но сказала, что он хромал. Ну-ка, дыхните. Я трезв. Вы ведете себя как одержимый. Эта тема уже закрыта. Но здесь определенно есть связь. Во время ареста один человек оказал сопротивление. По показаниям полицейских, он применял приемы ниндзя, а голландец был убит шоба. И какой из этого вывод? Теперь группа потеряла второго радиста и вторую рацию.
В ближайшее время они предпримут попытки исправить положение. Для этого есть два возможных способа. Купить запчасти на местном рынке или привезти их из-за границы. Я хочу наладить контакты с рыночными торговцами и продавцами в магазинах радиодеталей. А вы можете перекрыть границы. А я считаю так. Шпионы ликвидировали группу. А голландцы убрали как последнего свидетеля. Рацию привезут из-за границы. И ни на каких местных рынках никто ничего покупать не будет. В мирное время я бы ходатайствовал, чтобы вас отстранили от ведения дела. Но, к великому сожалению, все здоровые мужчины на войне. Вот и приходится работать с ранеными и контуженными. Вы провалили расследование. Дело, которым вы занимались, закрыто. Я пришел сказать, чтобы вы сдали все бумаги. Поехали, дружище. Куда? Ко мне домой. Я еду обедать, а там все и обсудим, никто не будет мешать. Эгги, ну я не могу, у меня слишком много дел. Ты же сам просил. Подожду твои дела. Но я сыт. Ты хочешь меня обидеть? Возражения не принимаются. Поехали. Я позвоню Герме, предупрежу. Фронтовики Гельма очень быстро сходятся, куда бы их ни забросила судьба, или какие бы должности или посты они ни занимали. Да, это правда. А потом я узнал, что Рихард еще и прекрасный товарищ. Я тебе об этом много рассказывал. Эгин говорил, что ваша жена японка? Она мне не жена. Расскажите нам о японских женщинах. Да уж. В женщинах он большой специалист. Друзья мои, я вынужден вас оставить и премьер-министру ехать. Заканчивать обед без меня. Рихард, мой шофер, потом тебя отвезет. Ну, здравствуй. Почему ты не сказала нам, что Дуэйко социалист? Какое это имеет значение? Первостепенное имеет значение. Первостепенное. Все эти социалисты, революционеры и прочие левые, они, как правило, бездельники, а как следствие, голодранцы. Они голодранец. Марта, ну что ты молчишь? Тебя это не касается, очевидно. Гельма, они безбожники. Они не ходят в кирху. И потом они распутники. Тебе весело, Курт, я вижу. Веселись. А я полагаю, что эти тунеядцы отнимут у меня все, что я наживал для тебя с братом. Работаешь 16 лет на ткацкой фабрике, как тебе хорошо известно. А поэтому заруби себе на носу. Я не желаю видеть его в своем доме. Вот так. Иначе что? А иначе я лишу тебя наследства и отправлю жить на помойку. Вместе с этим нищим. Не надо, я сама уйду.
Я тебя искал. Вы меня с кем-то путаете. Когда ты исчезла, я ездил к тебе домой. Я разговаривал с отцом, братом, с подругами. Я даже ездил... Папа, я очень ценю все то, что вы сделали для Игина. Давайте будем друзьями. Здравствуй, Макс. Красное вино. Мне коньяк. Твой немец приказал хозяину подготовить для вас столик на вечер. И еще сделал королевский заказ. Самое дорогое шампанское. А ты не знала? Нет, не знала. А еще отправил посыльного за цветами. К чему бы это? Не понимаю, о чем ты. Ваш заказ, пожалуйста. Цветы очень красивые. Прошу. Ну что, ты разработал замечательную легенду? А это идея с копировальной мастерской. Как она тебе вообще в голову пришла, а? Отличное место для встречи. Отличное место. Людям всегда надо что-то скопировать. Документы, фотографии, карты. Мало ли что. Ну, в общем, я надеюсь, мы на этом еще заработаем. Что с передатчиком? Да считай, что ее практически нет. Устаревшая, громоздкая. Выходить на ней в эфир, я думаю, что уже нельзя. Ну, давай за встречу. Давай. Рис карри здесь не очень вкусный. Моя мама готовила вкусно. Она делала с кунжутом. Если бы здесь сделали так же, было бы хорошо. А то невозможно есть. Найди специалиста, который разбирается в приемниках. Нам нужен консультант. Полковник Кавай не велел этим заниматься. Пока что я твой начальник. Делай, что приказано. Сейчас для нас самое главное – это собрать нам рацию. Детали будем покупать сами, в небольших магазинчиках, на блошиных рынках, возможно, даже за пределами Токио. Хорошо. Займусь этим завтра. Ты меня сориентируешь на местности? Конечно, сориентирую. Самый большой рынок у них на станции Синдзюку. Передайте всем торговцам. А любому, кто интересуется радиодеталями, пусть немедленно сообщают моим людям. Особенно, если это иностранец. Даже если это кто-то знакомый? Даже тогда мы должны допросить всех. Знакомому могут дать поручение. Понятно? Вполне. Вполне понятно. Простите, господин, что вы ищете? А что по японской традиции жених должен подарить своей невесте? У нас принято
дарить невесте кольцо. Господин хочет делать предложение девушке? Нет. Но я хочу сделать такой подарок, чтобы она поняла, что она для меня не просто подруга, а особенная женщина. О, это может быть бриллиант. Вот это. А, красиво. Как ваша любовь. Она оценит. Господин майор, что случилось? Вы кто? Я управляющий этим магазином. С этого дня у вас будет находиться переодетый полицейский. Докладывайте ему обо всех, кто покупает детали для сборки радиопередатчика. Хорошо, господин майор. Займись торговцами. Задерживайте всех, кто покупает радиодетали. О каждом задержанном сообщать мне. Слушаюсь, господин майор. Господин посол, вам пора. Да, Патриция, я иду. Да, и вот еще информация от японских коллег. Нужно проанализировать все сухие цифры и буквы и написать прекрасный текст. Я могу с собой забрать? Нет, из кабинета выносить нельзя. Можешь работать здесь сколько угодно и когда угодно, пока здесь я или Патриция. Когда начинать? Немедленно. Я знал, что ты мне не По-китайски говорите? Мне нужен конденсатор большой емкости. Чего? Конденсатор. Большой конденсатор. Хэпин, он говорит по-китайски, я ничего не понимаю. Иди сюда, я все объясню. Идите сюда. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть конденсатор большой емкости? Конденсатор? Конденсатор. Большой конденсатор. Такого у нас нет. Ясно. А триодные лампы? Триодные лампы есть? Триодные лампы? Есть. Есть. Господин полицейский, там иностранец. Подождите! Остановитесь, полиция! Эй, ты идиот! Ты что сделал? Что с вами? Нога! За ним, за ним!
Александр Зоргин. Мне пора. Да, сейчас подпишите. Это был европеец. Он хорошо разбирался в деталях. Искал конденсатор большого объема и триод. На каком языке он говорил? Я говорил на китайском. Он тоже говорил на китайском. На китайском? Он говорил по-китайски. Но то, что он говорил... Никто не понимал, но четко знал, что ему нужно. Я сразу же сообщил полицейскому. Я все правильно сделал? Правильно? Да. Да, он побежал туда, в ту сторону. Туда, значит, побежал. Понятно. Молодец. Ямато. Пошли. Лежи. Лежи. Они устроили засаду прямо на рынке. Если бы не твой человек, меня бы схватили. Я не успел ничего купить. Да теперь это не важно. Тебе врач нужен? Да нет, нет, нет. У меня просто голова болит. Наверное, давление. Давно так не бегал. Не нравится мне это, Макс, не нравится. Кто-то работает против нас, именно против нас. И это после случая с Нарьяки. Что делать с деталями? Будем переправлять из-за границы. Конечно, это займет больше времени, но что делать? Составь мне подробный список, и я об этом позабочусь. Хорошо. Да, еще, Макс, мне нужен дубликат ключа от сейфа в кабинете Отто. Ты можешь сделать слепок ключа? Смогу. Как же так получилось, что трое полицейских не смогли поймать одного человека? Мы его поймали, господин майор, и доставили бы, если бы не ниндзя. Хватит болтать. Это не болтовня. Там был тот самый ниндзя, что орудовал в порту. Мы не могли ошибиться. Это он? Нет. Какого он был роста? Небольшого, невысокий. Хромал? Нет, они говорили по-китайски. И куда потом делись? Исчезли? Растворились в воздухе? Ниндзя всех уложил. Ребята отключились и ничего не видели. Болваны, научитесь работать.
красиво все. Вам помочь? Нет, как-то неловко, я даже не знаю. Скажите, что лучше на ваш вкус? Возьмите вот это. Федор Шаляпин, знаменитый русский бас. Сегодня вы ее послушаете, а завтра я приду к вам в ресторан. И мы с вами поговорим о музыке. От этого ритуала становится так спокойно. У нас говорят, что пузырьки напоминают о бренности всего сущего. Спасибо. Знаешь, мне сегодня надо немного поработать, а вечером мы с тобой пойдем в ресторан. Хорошо? Да. Мы с вами не договорились за обедом. Фрау Отт. Здравствуйте, господин Зорге. Добрый день. О, здравствуйте, Герр Вальцер. Доброе утро, фройлен Бодвиг. А вы с ночной смены? Да, сегодня была спокойная ночь. Фройлен? Да. Вам не хочется свежего утреннего хлеба? Может, вы прогуляетесь до булочной? Вы знаете, там за углом стали выпекать булочки Крустис. Спасибо, но у нас есть хлеб. Подождите! Фройлен, может, вы мне купите хлеба? Я все-таки болен. Слушайте, ну не придумывайте. Мой доктор вас недавно смотрел и сказал, что вам очень полезны пешие прогулки. До свидания. Фройлен. До свидания. Рихард, просыпайся, я пришла. Пошли за... Госпожа, я хочу получше рассмотреть это кимоно. Да, конечно, Саня. Рихард, я говорила, что не хочу, чтобы нас видели вместе. Но мне очень нужно с вами поговорить. О чем? О той истории. Прошло слишком много времени. Это все не имеет никакого значения. Вы правы. Но для меня это очень важно. Я хочу, чтобы вы знали. Ту девушку, которую вы видели тогда утром, я сам видел первый и последний раз в моей жизни. Я вам клянусь, я ее видел первый и последний раз в моей жизни. Накануне мы встретились с вашим братом, вашим батюшкой. Поговорили встретиться в пивной. Они хотели поговорить о моем будущем, о том, что я буду делать дальше. Мы встретились, поговорили. Я выпил пиво. И все. Больше я ничего не помню. Очнулся в той комнате с той девушкой, которую вы видели. Они мне что-то подсыпали, наняли эту девушку и забрали мою одежду. Даже если все и было именно так, как вы говорите, сейчас это не имеет никакого значения. Мы стали другими, Рихард. Прошло слишком много времени. Да, вы правы, прошло очень много времени. Но я хочу, чтобы вы знали правду, фрау. Я прошу вас, не преследуйте меня. До свидания, Рихард. Госпожа! Портной ждет вас уже 10 минут. Гельма. Эй!
Гельма! Гельма! Гельма, стой! Гельма! Стой! Гельма! Едем в ресторан, Зорги-сан. Одевайся, едем. Что, не едем в ресторан? Почему ты привез меня сюда? Почему ты молчишь? Я что, надоела тебе? Ну, ответь, что не так я сделала? Дело не в тебе, а во мне. Господин Доброй ночи, Юрген. Проходите. Двойной? Двойную порцию, два пива. Пожалуйста. Газеты. Газеты. Да, дружище. Ну что, ты узнал, кто такой этот Отто Ленц? Да, узнал. За всей компанией в газетах в поддержку Отто стоит один человек. Ты знаешь, кто это? Да, это господин Зорге. Зорге? Да, именно он. Спасибо. Рад помочь. Да, я твой должник. До свидания. До свидания. Скотина. А?
Идем со мной, поможешь. Все нормально. Район от Забу. Нагасаки, это 30. Какое богатое угощение заказал для тебя немец. Что мы будем делать с едой? Господин майор, улики можно отправлять на свалку? Да, дело закрыто. Выбрасывай. Слушаюсь. Вот еще. Все, идите, идите. Здравствуйте, майор. Почему вы не доложили мне о происшествии на рынке? Не счел необходимым. Вы сами сказали, что не нужно устанавливать посты на рынках, магазинах. Это вам не интересно? Мне все интересно. Ты не умничай, а доложи по всей форме. Слушаюсь. Я напишу подробный рапорт и немедленно его вышлю. Сейчас я выполняю задание начальства, поскольку дело закрыто. Продолжить наблюдение за рынками и магазинами. Это приказ. Они больше не будут покупать детали в Токио. Нужно перекрыть границы. Послушай, майор, это не твоя забота. Делай, что я говорю. Приказ от начальства поступит завтра. Мы используем это в качестве основы для шифра. С помощью этого справочника цифр мы шифры можем менять бесчисленное количество раз. Ну, и точно такой же находится в Москве. Познакомься, это наш связной. Рыбак. Здрасте. Он будет заниматься доставкой всего того, что нам необходимо для рации. Это список деталей. Скоро рация у вас будет. Пресс-атташе немецкого посольства. Фамилия Зорге, имя Рихард. Я должен знать о каждом его шаге. Купите себе приличную одежду. Возьмите в аренду автомобиль. Там, где он бывает, ваш внешний вид вызовет подозрение. Будьте уверены, мы все, что надо, узнаем, господин Шлезингер. На обороте его адрес. И не вздумайте сбежать с моими деньгами, я вас достану в любой стране. Твой немец пришел. Зорге-сан. Здравствуй, Туша. А Ханако нет. Сегодня у него выходной. Ханако, открой. Ханако, открой, я знаю, что ты там. Я хочу извиниться за тот вечер. Пожалуйста, открой. Ханако.
Ханако. Обрати внимание, красивые парни, прилично одеты. Думаю, что они богаты. Сегодня же ханами, день цветов. Сегодня можно все. Тоши, я не могу. Извини. Сколько вы уже не виделись? Я уверена, еще не отцветет сакура, как он к тебе вернется. Ну, а как тебе нравится эта заварушка, которая затевается японцами на Халкинголе? Вы о чем? Не слышал? Японцы готовят удар на Халкинголе. Провокации, как на Хасане? Или война. От меня требуют отчет о состоянии Квантумской армии. Я как раз занимаюсь этим вопросом. Мне нужны данные о закупке японскими военными горючего для Квантунской группировки. Кабинет закрыт, Патриция ушла. Ну что тогда, в следующий раз? Да нет. Сходи в кабинет. Возьми все, что тебе нужно, я подожду. Слушаюсь. Я практически закончил, я сейчас пойду, можете идти.